В Красноярске перекрывают популярную для объезда пробок дорогу на полгода. Об этом сообщили в мэрии. Объездную дорогу на участке от здания Брянской 23А до гаражного кооператива у дома номер 1 на улице Писарева. Эту дорогу ежегодно закрывают с приходом гололедицы. Водителям советуют искать альтернативные пути, потому что зимой здесь ездить опасно. Итак, движение по участку ограничат вечером 24 октября этого года. Откроют в середине апреля следующего.